Уважаемый господин президент Гримсон, уважаемые дамы и господа. Your Excellency President Grimson, ladies and gentlemen. Прежде всего, благодарю вас за приглашение на форум «Арктический круг» и возможность выступить сегодня перед вами. Республика Саха-Якутия – самый крупный регион арктической зоны не только Российской Федерации, но и всего мира. Территория республики составляет 3 миллиона с лишним квадратных километров, которые сегодня, например, может привести сопоставимо с территорией Западной Европы. First of all, I would like to thank you for inviting me to speak at the Arctic Circle. The Sakha Republic Yakutia is the largest region of the Arctic zone of not only Russian Federation, but of the entire world. The territory of the Republic makes over 3 million square kilometers, which can be compared to Western Europe. Yakutia имеет особые свои возможности, прежде всего богата природными ресурсами. И сегодня территория 70% нашей республики относится к территории нетронутой природы, охраняемой природной зоны. Yakutia has some very specific features. We are well known for our mineral resources, and I have to say that 70% of our territory remain intact in terms of natural conservation. Экстремальные природные климатические условия, характер промышленно-хозяйственного освоения диктуют необходимость постоянной заботы государства о людях, которые живут и работают на самых северных широтах нашей планеты, где температура воздуха опускается до минус 60-70 градусов Цельсия. Extreme natural and climatic conditions and the specific type of industrial and economic exploration of the territory necessitate the need for constant care of the state for the people who live and work in these northernmost latitudes of our planet, where the temperature may drop down to minus 60 to 70 degrees Celsius. На региональном уровне также стараемся вкладывать средства в развитие социальной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры своих арктических и северных районов. В этом русле нынешний 2014 год был объявлен в Якутии годом Арктики. Кроме того, мы определили для себя стратегическое направление работы по развитию Арктики и Якутии до 2020 года. At the regional level, we also try to invest funds into the development of social, transport, power, and communal infrastructure of our Arctic and northern regions. And in this line, the year 2014 has been announced the year of the Arctic in Yakutia. In addition, we have identified for ourselves some strategic directions of work on the development of Yakutia's Arctic until 2020. Глобализация, информационно-технологическая революция несет угрозу существования коренных северных народов, их этнической самоидентификации. В этом смысле мы в Якутии заботимся о сохранении родных языков, о широком распространении древних обычаев и исконной культуры своего народа. Только в этом случае можно рассчитывать на какое-либо развитие. Globalization, information and technological revolution pose threats to the existence of the indigenous northern peoples and their ethnical self-identity. In this sense, we in Yakutia take care of the preservation of native languages and of a wide distribution of ancient customs and original culture of our people. And only in this case we can account for any development. Уважаемые коллеги, вчера и сегодня каждый выступающий здесь, на гостеприимной исландской земле, ведет речь о конструктивном сотрудничестве и совместной ответственности за все, что происходит в Арктике. И это абсолютно правильно. В 21 веке Арктика становится регионом особых интересов человечества. Dear colleagues, yesterday and today each speaker here at the hospitable
Icelandic land has been speaking about constructive cooperation and shared responsibility for whatever is happening in the Arctic, and this is absolutely right. In the 21st century, the Arctic is becoming a region of special interest of humankind. Однако, несмотря на благие цели и помыслы, могут существовать различные подходы к проблемам и задачам развития арктического пространства. С одной стороны, это стремление и надежды людей, проживающих в Арктике, а с другой стороны, учитывая глобальные процессы, происходящие на планете, это позиции тех людей, которые не живут в Арктике. However, in spite of good aims and ideas, there can exist different approaches to the problems and tasks of development of the Arctic space. On the one hand, these are the aspirations and hopes of the people living in the Arctic, and on the other hand, taking into account the global processes happening on the planet, these are the positions of those people who don't live in the Arctic. В этой связи крайне важно понимать одну принципиальную вещь. Эффективная политика в отношении Арктики возможна лишь в том случае, если позиции и стремления всех участников этого сложного процесса взаимодействия будут максимально совпадать по интересам. Хотел бы это четко подчеркнуть. And in this relation, it is extremely important to understand one fundamental thing. Effective policy towards the Arctic is only possible if the positions and aspirations of all participants of this complicated interaction process will correspond at the maximum. And that is what I would like to highlight. Современная Арктика должна уходить от угроз, порождаемых жесткой экономической и политической конкуренцией, превращаться в регион с благоприятными перспективами. Что касается инструментов и механизмов достижения этой цели, то разнообразие форм партнерства должно только приветствоваться. И одну из ключевых ролей мы обязаны отводить межрегиональному сотрудничеству, так как именно регионы, наиболее приближенные к населению, формируют запросы людей на те или иные перемены, на удовлетворение конкретных потребностей, которые могут касаться экономики, экологии и гуманитарной сферы. Modern Arctic should avoid the threats originating from tough economic and political competition, and it has to turn into a region with favorable prospects. Speaking about the instruments and mechanisms to achieve this goal, we can only welcome the variety of partnership forms. And one of the key roles here should go to interregional cooperation, because the regions being the closest to the population are those that shape the demands of the people for different changes and also for satisfying specific needs, which may touch upon economy, ecology, and the humanitarian area. Национальные правительства ждут от регионов предложений и инициатив, ориентированных на конкретный результат. В этом контексте следует признать бесспорную пользу от деятельности международных институтов, стимулирующих региональную компоненту международного сотрудничества в Арктике. Один из таких примеров – неправительственная межрегиональная организация «Северный форум», председательство которой сейчас принадлежит Республике Саха-Якутия. National governments are waiting from the regions the proposals and initiatives aimed at a specific result. And in this context, we should recognize an inarguable benefit from the activity of international institutes promoting regional component of international cooperation in the Arctic. And one of such examples is a non-governmental inter-regional organization, the Northern Forum, which is now being chaired by the Sakha Republic, Yakutia. Северный форум был учрежден в ноябре 1991 года. В 1994 году он официально признан Организацией Объединенных Наций, а позднее получил статус постоянного наблюдателя в Арктическом Совете. Сейчас в Северный форум входит 9 регионов – России, Канады, Южной Кореи и Исландии.
The Northern Forum was established in November 1991. In 1994, it was officially recognized by the United Nations, and later it obtained a status of permanent observer at the Arctic Council. Today, the Northern Forum joins 9 regions from Russia, Canada, South Korea, and Iceland. Являясь неправительственной организацией под руководством губернаторов регионов, Северный форум эволюционировал в сильную, известную площадку международных отношений в Арктике и на Севере. Being a non-governmental organization led by the governors of the regions, the Northern Forum has developed into a strong and well-known ground of international relations in the Arctic and the North. Северный форум является наблюдателем в Арктическом совете, что позволяет эффективно сотрудничать с рабочими группами Арктического совета, например, КАФ, рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны. The Northern Forum is an observer at the Arctic Council, which allows to effectively cooperate with the Arctic Council's working groups, for example, КАФ. Когда мы говорим о взаимоотношениях регионов, прежде всего подразумевается обмен информацией, опытом, например, между Якутией и Аляской, или между Якутией и Лапландией, между коренными народами Якутии и северных территорий Канады. When we are talking about the relations between the regions, we primarily imply the exchange of information, experience, for example, between Yakutia and Alaska, or between Yakutia and Lapland, between the indigenous peoples of Yakutia and the northern territories of Canada. Северный форум проводит много значимых мероприятий. Я сегодня, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги, на одно из таких мероприятий и подробнее ознакомиться с деятельностью Северного форума. Сегодня в 16 часов 15 минут в рамках Арктического круга мы проводим секцию «Региональное сотрудничество на Севере». The Northern Forum is organizing a lot of significant events, and using this opportunity, I would like to invite you, dear colleagues, to one of such events and to get more detailed information about the activity of the Northern Forum. Today at 4:30 p.m. within the Arctic Circle, we are organizing a breakout session, Regional Development in the North. В заключение, хотел бы сказать следующее. Арктика это наш общий дом. Но если посмотреть на макушку глобуса, то можно увидеть, что значительная часть всей Арктики находится в пределах Российской Федерации. Россия – это важный игрок в Арктике. Поэтому наша страна готова продолжать равноправные партнерские отношения в этой области. And coming to the conclusion, I would like to say the following. The Arctic is our common home, but if you look at the top of the globe, you can see that the considerable part of the entire Arctic is within the Russian Federation. Russia is an important player in the Arctic, and that is why today we can say that our country is ready to continue equal and partnership relations in this area. Спасибо. За внимание. Успехов вам. Thank you for your attention. I wish you all success. Спасибо.